хорошая собака. Ну-ка, иди сюда. К Илюшке я вообще быстро привык. Ай, не кусайся. Мухтар для дворічного Ілюші Сирова став за останній рік найліпшим другом. Цей відчайдушний і радісний головачанський пес, сам того не розуміючи, не лише пестить дитячі долоні, але й зализує незрозумілі вразливому дитячому серцю спогади про війну, від якої вся родина Іллі тікала з рідного Дебальцевого. Ой, там у нас так стріляли, так стріляли, так стріляли, що ми ж сиділи вже до останнього, думали, що ну от наладиться, ну от наладиться, ну от наладиться. А ну чим далі, тим хуже. І потім вже невозможно просто стало сидіти, людей вже стали вивозити. І ми вже бігом в останніх рядах, я, муж і Діма, от ми приїхали перші, а ті залишилися ще в бомбоубіжищі. Дебальцево виїхали, привезли в Славянськ. Я підійшла к тем людям, которые нас вывозили, а уже туда не хотели, ну не то, что не хотели, просто редко ездили, забирали людей, потому что просто так получалось, а как только приезжает автобус за людьми, начинались обстрелы сразу. Під невпинними ворожими обстрілами 2 лютого родина Сирових, як і сотні інших родин, покидали рідне місто. Жах дебальцевських подій саме початку лютого 2015 року понівечив долі багатьох дорослих і маленьких українців. Ця ростовська лютнева траса була єдиним рятівним ланцюжком, по якому можна було виїхати на мирні території. Тон майор. Мужчина, да, и это говорит, пишите список, кто у вас там остался и кого мне разыскивать. И я написала ему список, но, честно говоря, так в душе, думаю, да ну, боже мой, тут такое творится, конец света, человеку, кто там будет разыскивать там кого-то. Ну, все-таки где-то там в душе теплилась надежда. Когда мама написала список, зашел, знаешь, что зовут Илья, я не могу. Це було в бомбосховищі, так? Ви були з Ілюшкою в бомбосховищі. І сказав, що через 20 минут буде автобус, щоб бажаючі виходили. Мама, папа, Олег, ну мої родителі і мій муж вийшли з сумками ждати автобус. Начали стріляти, бомбоубіжище, теж випала лампа керосинова. Автобус приїхав уже к вечору. І от этот Ілля, я як зараз пам'ятаю, вони зразу вигружали гуманітарну допомогу. Он схватил у меня Илюшу с рук и посадил в автобус. Мы ехали без остановок, что даже МЧС говорили, если не будет на дороге людей, едем без остановок. В той день військовим вдалося вивезти з Дебальцевого лише 18 сімей. Нас привезли в Славянск. Ну и там уже спросили, куда ехать. Мы сказали в Полтаву, потому что мама уже с Димой, с дядей Вовой были в Полтаве, уже было куда ехать. Ну, насчет Илюши, чтобы он ничего не запомнил, это навряд ли. Потому что когда даже по новостям показывают, что взрывают, бахкают, он уже знает, что это новостью. Он говорит новости и показывает так бах-бах. Потому что когда сильно тогда ударило, когда двери вылетели из замка, мы здесь уже в Полтаве, я у него вырвала 3 седых волосины. Мы уже сидели в бомбоубежище, памперсов, конечно, не было. Но он писался через каждых, я даже не скажу, что через 5 минут. Через 2, через 3 минуты. Зі Слов'янська всі евакуйовані родини потрапили до дитячого здоровчого центру «Маяк», що у селищі Головач Полтавського району. Після первинної соціореабілітації родини розташували в Воржицькому районі, а родина Ілюші через важку хворобу малюка залишилася у Головачі. Директор центру «Маяк» Людмила Сердюк поселила 7 чоловік сім'ї Сирових у своєму домі у Головачі. Ну, я не знаю, вот мы в селе живем, оно ж как, но село есть село. Люди очень хорошие тут. Полтавщина, нам нравится, красиво тут, хорошо. Вот, и особенно мы тут в место такое попали, тут лес рядом, там речка. Ну, хорошо. И отношения людей. И да, самое главное, что очень хорошее отношение людей. Потому что если бы, допустим, вот были там какие-то там конфликты, конфликтные ситуации, мне кажется, какая-то местность красивая не была, но все равно так бы душа бы не лежала, как-то вот было бы, ну, не по себе. И Викторовна предложила нам остаться, потому что, в принципе, что туда ехать, что было, разбили, что не разбили, то украли. Все разыскала. И кровати, и подушки, и мышь какую-то среди неба на земле. Ни ложечки, ни вилочки. И купила нам и кастрюли, и сковородки. В общем, ну, как говорится, чем смогла, тем обеспечила. Из
все, ты уже ходишь. Да, ты уже ходишь. Уже бегаю. Ой, красивый. Илюша. Поздоровайся с бабушкой, дай бабушке 5. Да? Ручкой поздоровайся с бабушкой. Привет. Здравствуйте, Людмила Викторовна. Торба есть. Ой, что там? Мандарины, да? Чому сталося так, що у вас ще з'явилася отака сім'я? Вони говорять, що ви для них як сім'я. Та я для них як сім'я, вони для мене як сім'я. Як горе, якби не було горя, то не було б щастя, радості, зустрічі, да? Да. Так трапилося. Переживе. Все лучше. Да, переживе. Полтава! Говорю до бабушки, поедем, он тут у Полтава.